друзья, я вас приветствую. В данный момент нахожусь на высоте примерно 850-900 метров над уровнем моря. Заехал сюда в горы, потому что здесь сегодня происходит очень интересное событие. Это Festa della Zucca, то есть праздник тыквы. Очень много народу съехало, если вы можете посмотреть. Вон там байкеры дрычат. В общем, машину припарковать практически невозможно. Там вот где-то в лесу я ее забросил между деревьями. Вот. Но я сейчас хочу подняться вверх, посмотреть, как там все происходит, что там интересного готовят и вкусного. Сейчас посмотрим вместе. Давайте, идем вверх. Не знаю, куда идти, но я иду туда, куда идут все. Либо оттуда, откуда. Вот, с той стороны все уже почему-то возвращаются. Хотя праздник будет продолжаться до глубокого вечера. Вот. Но идем вверх. Погодка очень интересная. Есть солнце и тучи, и все что угодно. Ну, хотя бы... Хорошо, что хотя бы не идет дождь. Вот. Сейчас вам покажу примерно пейзаж, где мы находимся. Вдалеке видны горы, полностью в снегу. Много людей уже возвращаются с праздника. Иду наверх. Ну вот, это центральная площадь небольшого городка Агра. Вот тут у них памятник, наверное, каким-то погибшим воинам. Да, 1940-й, 1945-й. Это альпини, у них войска такие есть, альпини, которые погибли во Второй мировой. А вот местные аборигены. Праздник тыквы, действительно, смотрите, какой интересной формы могут быть тыквы. Здесь их продают, вы можете купить. Очень интересно. Кате написано, что продают колбаски жареные и жареные каштаны. Потом пойдем посмотрим. Даже пожилые люди могут себя здесь чувствовать довольно комфортно. Вот посмотрите, какие интересные палки здесь продают. И недорого. Всего за 10 евро. По всем маленьким и узеньким улочкам этого небольшого городка расположились палатки. В них артиджани, как здесь называют, то есть как бы такие мелкие частные предприниматели итальянские, мелкие, продают свои изделия. Можно увидеть там вот местный мед, всякие подделки. То есть выставляют эти банкарелли, как они говорят, итальянцы. Ну и продают. То есть все узенькие улочки маленькие забиты этими банкареллями. И продают либо пищу, либо всякие игрушки. Вот красавцы-карабинеры. Вот здесь альпини. Вот вы видите их шляпы с перьями. Это как бы род войск в Италии. И вот они, у них свои глубокие большие традиции. Они поддерживают все праздники. Постоянно будут приезжать на эти праздники, что-то готовят, охраняют.
То есть молодцы. Продвигаясь, ребята, по этим узеньким, очень красивым, симпатичным улочкам, наткнулся на такую надпись «Корта Антика». Старинный дворик. Пойдемте посмотрим, что здесь в старинном дворике. Ребята, даже здесь, в Италии, на самом верху, где-то в горах, в Альпах, в небольшом городке, но есть свой еврейский дворик. Видите, надпись об этом гласит. Пойдемте посмотрим. Скузи? Принесса? Очень интересно. Въезжих, наверное, нет, этих еврейских двориков. Очень, кстати, симпатичный дворик. Пройду вглубь. Видите? Класс. То есть все это настолько старинное и рустико, как говорят итальянцы. Такое как бы сельское. Ну, скажем так, такой своей своеобразной идиллии здесь и живут люди. Очень даже неплохо. Там еще проход дальше куда-то. Еще какой-то небольшой дворик. Ну, давайте сходим, посмотрим по-быстрому. Поскольку уж очень они симпатичные, эти дворики. Вот так вот, вот обитают, живут здесь люди. Еще в каменных домах. Многие из них просто покрыты вместо черепицы даже камнем. Ну что ж, возвращаемся на праздник. Обратите внимание, какие сыровяльные колбасы местного производства здесь продают. Колбасы и сыр. Все местного производства. Сыры, кстати, отличные. Здесь большинство сыров, все из козьего молока. Стаджинати, то есть, которые выдержанные несколько месяцев. 9,6 евро. Это, я вас уверяю, очень вкусно. Зайдем в дворик, в котором звучит Queen. Такие вот узенькие, уютные улочки в этом городке, в горном городке. Люди гуляют, прогуливаются. Смотрите, какая красота. Кстати, здесь продается, кто хочет, может купить. Идемте дальше. Очень интересно, не знаешь, куда попадешь. Особенно, когда ты в городе первый раз. Город. Громко сказано.
Поселочек небольшой абсолютно. Джорно. Вот, а здесь стоит небольшая очередь, там что-то пекут. И как написано на плакате, это тортели ди дзука. Что-то типа печенек из тыквы. По 2,50. Не знаю за сколько грамм. Но очередь стоит. По идее, сегодня должно быть все из тыквы. Все блюда из тыквы. Подойду ближе, попытаюсь заснять. Posso, signora? Solo da lontano, da lontano. Non vi do fastidio. Chi mi conosce? Chi si vede? Ciao. Non è intro. Bene, te? Bene, grazie. Stai registrando? Eh sì. Per mio canale su YouTube. Eh sì. Allora qui tutti volte anche ci fa pubblicità. Vi faccio pubblicità. Non esiste una volta. Non lo prossimo. Non lo mandano tra i prezzi. Ma lo vedete. Даже в таких маленьких заброшенных городках можно найти знакомых. Вот опять встретил бывшую коллегу по работе. Но они здесь молодцы. Вот у них что мне нравится. Люди, скажем, вот какой-то праздник местный, сельский, да, все собираются, никто никому не платит. То есть все бесплатно берут, что-то готовят. Кто-то охраняет, кто-то готовит, кто-то что-то собирает. У них вот эти вот волонтари, то есть люди, которые все это делают бесплатно, их очень много. У них даже вся скорая помощь поставлена на этом деле. У них там работает, они не работают, люди, которые это делают дело бесплатно. Представляете себе? Для наших стран это очень удивительно. Итальянцы в этом плане просто молодцы. Просто молодцы. Может быть, по-разному, как угодно, но в этом плане они просто молодцы. Смотрите, какие интересные дома. С иконами, уже написанными просто на домах. Жаль, нельзя вот заснять хорошо вид отсюда. Здесь очень солнечную погоду, шикарнейший вид на озеро. Потому что мы находимся высоко. Сейчас очень облачно. И солнце как раз вот закат в той стороне. Поэтому слепит очень сильно. Но это местный художник. Давайте посмотрим его работы. Я ее не знаю, но просто глянем его работы. Вот тот маэстро, который все это дело, по-моему, рисует. Смотрите, такие симпатичные дворики. То есть, находясь первый раз, я в принципе живу недалеко, но здесь первый раз. Очень легко заблудиться. Опять что-то жарят. Это Лендимена. А это уже наши пайзаны. Каштаны жарят. Каштаны кушают. Привет, привет, Вова. Так, а что, свицей, банкареллу свою выставил тут? Нет, пока. Вино продаешь? Мясо. Колбасу? Колбасу. Я же говорю, уехал, думал, никого тут даже знакомых не встречу. Оказывается, не то, что коллеги по работе, а даже все знакомые. И родня. И как это называется?
паэзаны. Земляки. Земляки. Вот. Вот. Ну, это радует, хорошо. Само собой. Вот на этой небольшой площади центральной. Я вам покажу, как взяли каштан. Какие интересные тыквы. Непривычные, в принципе, нам. У нас огромные какие-то. Если они вот такие вот мелкие, очень плотные, очень жесткие. Но при этом, при всем, развариваются хорошо, вкусные и сладкие. А это роспись по тыкве. Вы смотрите, везде, практически везде, даже если это праздник просто тыквы, но это сопровождается вяленой колбасой, вяленым мясом и, естественно, сырами. Вкуснейшими сырами. Вот парень держит в руках, это сыр с плесенью. Обратите внимание. Эти маленькие улочки просто не имеют ни конца, ни края. Я уже хожу, брожу добрых полчаса. Этот городок казался вообще крошечным. Но появляются все новые и новые какие-то улочки, закоулки. А вот то, что здесь продают, очень интересные поделки. Естественно, все сделано своими руками. Ничего фабричного. Все сделано людьми, которые здесь привозят их и продают. Обратите внимание на вид. Вот с этой стороны это будет смотреться получше, потому что солнце немножко светит мне, скажем так, в правый бок. Поэтому достаточно хорошо видно. Это север Италии, но при всем при этом здесь растут и пальмы. При должном уходе растут. Колокола. Здесь везде, даже в самом маленьком городишке, как минимум, есть одна церковь. А здесь вообще монастырь. Вот он. Женский монастырь. Интересные вещи продаются здесь для кухни. Это все соливы. Я имею в виду оливковое дерево. Очень классно. Ой, ребята. Все хожу, хочется где-нибудь попробовать вин брюле. Это горячего вина. Его еще пока не выпили. Некоторые уже собираются. Хотя праздник продолжится еще до глубокого вечера. Музыка.
Еще раз вам покажу эти сыры, которые в основном делаются из козьего молока. Это стаджунати, они выдержаны, видите, они в плесени уже. То есть как они сохраняются, как они выдерживаются, но вообще козы. Это секрет для всех, это знают только те, которые их производят. Но видите, некоторые сорта выдерживаются больше года. Бонасера. Я подобрался к палатке, где продают вино. Хоть это не горячее вино, это обычное вино. Вот. А вот мне уже налили стаканчик на пробу. Спасибо. Салюте. 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 Обратите внимание, арбуз 51 килограмм с половиной. Кто-то вырастет, не знаю. А это, наверное, прошлогодний рекорд. Действительно, праздник тыквы. Кто купит тыкву, кто посмотрит на тыкву, а кто, может быть, даже и получит по тыкве. Настоящий праздник. Ну вот, мы возвращаемся с праздника. Кто уходит, а кто, как вы видите, приходит. В прекрасном настроении. Старинные итальянские песни, мелодии. Что ж, друзья, вернулся я с праздника. Попытаюсь вам показать вид, то есть высота, на которой мы примерно находимся, чтобы вы поняли примерно вот ту разницу. То есть эти 800-900 метров над уровнем моря. Сейчас, секунду, приближу. Прекрасный закат. Я надеюсь, камера передает все эти красоты. Очень хочется надеяться. Ну а я живу здесь вот как раз внизу, вот этой бухте, вот этот городок, который находится внизу на озере. Вот такой праздник Дела Дзука. Люди развлекаются как могут. Как говорится, из всего пытаются сделать праздник, что и нам, как бы, это, по-моему, не хватает. Вот. Не обязательно из каждого праздника делать застолье с выпиванием. Достаточно просто веселиться, отдыхать, гулять с детьми и семьей. Вот такая вот итальянская северная осень. Кстати, очень много деревьев здесь каштанов, поэтому здесь очень вот, на праздники их продают, жарят. Очень много деревьев съедобных каштанов. Ну что ж, друзья, прощаюсь, буду спускаться вниз. Пора домой. До новых встреч, до новых видео. Пишите ваши отзывы, ставьте свои лайки либо дизлайки, подписывайтесь. Буду снимать, хочу снимать еще немножко больше природы, потому что здесь действительно природа очень чудесная, очень красивая. Надо как-то это все использовать, не знаю, просто. Ну что ж, друзья, до новых встреч. Я с вами прощаюсь. Счастливо, пока.